Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня мы немножко прогуляемся по нашей территории. Здесь у нас кабаны разрыли землю. Дикие. Похоже, что совсем недавно. Да, вон корешки еще не до конца доели. Вот. На нашей территории водятся еще и дикие кабаны. Сейчас будем потихонечку идти, показывать нашу территорию. Конечно, мы вам всю не сможем показать. Я надеюсь, что я это сделаю потом. У меня товарищ пообещал приехать сюда с квадрокоптером и снять всю эту территорию на квадрокоптер. Вот тоже кабанчик покопался. Зарыл. Если повезет, то может какого-нибудь кабанчика увидим, или зайчика, или еще какую-нибудь животинку, лосяша. Потому что следы и лосей, и кого хочешь. Вот даже осина поломанная. Там выше была обгрызанная. Сейчас, если повезет, то может кого-нибудь найдем. Решили прогуляться на наше нижнее поле. Точнее, поле-то одно, но вниз нашего поля. Даже не в самый низ пойдем. Внизу там речка. Могут быть как раз весна. Животные просыпаются. Могут прийти на водопой. Нам встреча там с косолапым вообще не нужна. Нежелательно. Мы, конечно, вооружились пилой хузгварной, но тем не менее лучше избежать ее. Вон там какая-то птичка. Оп, улетела. Не успел, улетела. Зайцев мы в том году вот здесь вот как раз видели. Как раз здесь три зайца было. В этом месте. Ну, сейчас, если повезет, может кого-нибудь увидим. Вот такая вот у нас территория, вся заросшая. Ну, мы ее такую приобретали. Заросшую. Ну, у нас основной вид деятельности, это мы на УАЗике, наверное, в том году фиганули. Вот, основной вид деятельности у нас сбор лесных грибов и ягод. Правда, в том году у нас было не грибное лето. Ягоды собирать я не хочу, только так себе варенье сварить. Это муторное занятие, хотя у нас здесь очень много земляники. Клубники дикой, или как, или Виктория, как она называется, маленькие такие сладенькие ягодки. Вот еще кабанчик покопался. У нас тут животины всякой достаточно. Если повезет, то на кого-нибудь напоримся. Будет весело. Вот еще накопали. Ох, тут прям у нас кабанчик живет. Похоже. Вот и трактор вызывать не надо. Взяли да засеяли. Все переживает. С этой стороны тоже. Вот. Следы кабана. Золото искал, наверное.
В этом году будем пробовать собирать грибы, продавать, так как нужно какую-то выгоду извлекать из наших ресурсов, с нашей земли. Земля должна кормить, она у нас пока только убытки одни с ней связаны. Что, пойдем вниз сам? Да. Ну там тоже в том году зайцы видели. Вот кто-то тут охотился. Следы охоты. Бомбахи. Три патрона. Почему-то нас не поставив в известность. Все свежее. 12-й калибр. Потому-то стреляли. Что там? На уток, наверное, да, на каких-нибудь? Не знаю, или патрон там. Не знаю. Дробь, скорее всего. Да, дробь, но... Так что вот такие вот дела. Хоть бы подбирали, что ли, с тобой. Ну. Взяли сбоку, да, проехали. Все, вообще дорогу накатали сбоку. Как это этот? Виталик Сучкина. Виталик Сучкина. А ему позвонить будет. Что тут за дела за такие? Накатал. Дорогу нам портит. Еще ему намусорил тут, скорее всего. Е-мое. Он заяц. Заяц. Смотался. Пойдем туда к зайцу. Видел, нет? О. Заяц. Нет. Там вот был заяц. Сейчас выйдем, может это. Тролливали. Тили-тили. Это на нашей земле в том году дорожники выкопали котлован. Мне кажется, или еще меньше стал? Да нет, такой же. Вот та кучка. Та? Ага. Так-то стря они нормально у кучки вот и взяли. Вырыли котлован. У нас здесь вот такой вот камушек. Мы сами без дорог. Пытались договориться с дорожниками, чтобы они нам сделали дорогу. Ну и частично взяли камень в счет оплаты. Но они сначала вроде бы согласились. А потом куда-то пропали. Вон заяц сидит. О. Видишь? Ага. О, зайчик. Альфа, взять! Поймает, нет? Не знаю. Такой вот у нас здесь камушек. Такой вот у нас камушек. Это и есть тот сюрприз, про который я как-то говорил. Писал в комментариях одному подписчику, который меня спросил, зачем вам столько земли? Я сказал, что потом я вам все покажу и расскажу. Вот. Это получается мое хозяйство находится на горе. Где везде вот такой вот камушек. Если очень сильно повезет, может быть, как-нибудь. Ну, по крайней мере, дороги я себе сделаю. Сделаю хорошие дороги себе, по которым можно будет ездить. Все будет хорошо. Че, Альфа, ты куда убежал? Альфа! Елки-палки. Камера садится. Альфа! Ладно, потом я сниму продолжение и скажу. Ну, когда-нибудь.
что у нас получилось с этим камушками. С этими камушками. До новых встреч. Пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока.